Друзья, всем привет! 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 Мы на канале Kiwi Show. Ох, что же мне делать? Я так и не придумала конкурс для ребят. А разыграть призы обязательно нужно. Я же уже пообещала. Fluttershy, не переживай, у меня появилась отличная идея для твоего конкурса. Пускай каждый из ребят пришлет нам по своей любимой шоколадке. Питти, а как же мы тогда определим победителя? Чья шоколадка была вкуснее, тот и выиграл. Спасибо тебе за совет, но мне почему-то кажется, что ты хочешь просто наесться шоколада. Ладно, я пока расселю своих питомцев и надеюсь, идеи сами придут ко мне в голову. А вы, ребята, как раз посмотрите на будущие призы поближе. Друзья, добро пожаловать в ваш новый дом. Меня зовут Fluttershy. Надеюсь, вам здесь понравится. Приветик, как здорово. Мне уже здесь нравится. Я Минка, я люблю рисовать. Саншайн, чего ты молчишь? А ну-ка рассказывай о себе. Минка, ты просто так быстро разговариваешь, я за тобой не успеваю. Очень приятно, Fluttershy. Меня зовут Sunshine Sweetness. Но можешь называть меня Сани. Я люблю, когда меня так называют. А еще я люблю джунгли и есть бананы. Эй! Это моя фишка. Кто это так разговаривает? Да не парься, я так просто прикалываюсь. Услышала, как ты разговариваешь. Прости, что мне не делать? Так ты не понял. У нас в джунглях уже давно все так разговаривают. Ну, я имею в виду, не волнуйся. Я просто пошутила. О, не парься, прикалываюсь. Надо будет запомнить. Кстати, меня зовут Питти. В наборе с Минкой приехал фиолетовый бокс, окошко для него, а также ее личные вещи. Мне очень понравился ее беретик. Также здесь есть кисточка и палитра. А эти наклеечки похожи на веселые кляксы. Какие тебе кляксы? Это современное искусство. О, извини, пожалуйста, я в этом не очень разбираюсь. Минка, кстати, сидит на ярко-розовой вставке для бокса, которая, наверное, может стать стеной или крышей. А это декорации для внутренней части бокса. А набор Сани просто прелестен. Весь он выполнен в стиле джунглей. Ярко-зеленый бокс, темно-зеленое окошко и очень интересные аксессуары. По-моему, это листики от пальмы. И еще какой-то очень маленький медвежонок. Как забавно. Здесь также есть наклеечки, два банана и торт. Интересно, может быть, у кого-нибудь скоро день рождения? Мне кажется, или кто-то сказал торт и день рождения в одном предложении. А это значит, что скоро будет вечеринка. Вечеринка, 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 вечеринка. Вечеринка, 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 вечеринка. А кто это у нас тут такой симпатичный? Меня зовут Минка, а тебя? А я Пинки Пай. Кого-то ты мне напоминаешь. Симпатичное розовое личико, голубые глаза. Где же я могла тебя уже видеть? Впрочем, неважно, приятно познакомиться. Пинки, как хорошо, что ты здесь. А то мне необходимо придумать конкурс для ребят, но как-то ничего не выходит. Конечно, тебе помогу. Ты же мне помогла с компьютером разобраться. Так, конкурс, 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 конкурс. Эй, эй, хватит за мной повторять, хватит за мной повторять. Ну, перестань. Ну, пожалуйста, перестаньте. Для меня это действительно очень важно. Хорошо, сейчас что-нибудь придумаю. Только нужно будет отойти, а то мне здесь кое-кто мешает сконцентрироваться. Мешает сконцентрироваться, мешает сконцентрироваться, мешает сконцентрироваться. Вот это да. Пойду-ка я лучше. Мне кажется, она меня все время передразнивает. Но мы же вместе их выбирали. Ты что, не помнишь? Минку и симпатягу Сани. Привет. Приветик. Приветик. Ну вот видишь. Ах, ладно, Пинки, давай лучше постараемся подумать над конкурсом. Ну ладно, ладно, но я буду говорить шепотом. Fluttershy, как тебе идея конкурса на самое смешное подсказывание на банановой кожуре? Пинки, ты что? Это же очень травмоопасно. Я знала, что тебе может не понравиться, поэтому у меня есть еще парочку идей. Например, конкурс на самый высокий прыжок на батуте в костюме аквалангиста. Да, Пинки, это действительно забавно. Но боюсь, что не у каждого есть костюм аквалангиста и тем более батут. Ну ладно, ладно, тогда есть третий вариант, беспроигрышный. Поедание сэндвича из льна, овса и фиалок на время. Привет, Fluttershy. О, Пинки, ты тоже здесь? Приветик. Значит, я еще не опоздала на заселение питомцев? Нет,
Что-что, Пинки? Нет! Пинки, скажи нормально, мне тебя плохо слышно. Я не могу говорить громче. Эта обезьянка все время меня пародирует. Вот эта малышка? Да не может быть, она же такая милая. Да, я тоже сначала так подумала. Милая-примилая. А на самом деле всех кривляет, да? Странно, не кривляет. Почему ты меня не кривляешь? Не кривляешь, не кривляешь, не кривляешь. Разговаривать боялась, а теперь попалась. Ха-ха. Вот видишь, Эпплджек, это то, о чем я тебе говорила. Да, ну и проблемки у тебя, Пинки. Флаттершай, давай я помогу установить домики для животных, а потом и о конкурсе поговорим. Ну, все готово. Можете выбирать себе домики. Супер! Саня, ну как тебе домик? По-моему, просто супер. Да, Минка, домик ништяк, а желтая пони клевая. Ништяк! Клевая! Флаттершай, вернемся к вопросу с конкурсом. Будет очень здорово, если каждый из участников отправится в деревню, ну или на ферму, и насобирает как можно больше яблок. Вот это я понимаю, вознаграждение за трудолюбие. Может быть, еще предложишь скоростное собирание сена? Вот прикольный конкурс. Ну, это тоже отличная идея, но вообще, второй вариант у меня был устроить родео с быком. Нет-нет-нет, это точно не вариант для наших зрителей. Пинки, ну давай, ты же мастер вечеринок и всяких там конкурсов. Да, это я могу. Так, сейчас. Сено, яблоки, родео. О, отличная мысль. Надо завести себе мышь и надрессировать ее воровать бананы с фермы Эпплджек. Вообще-то на моей ферме не растут бананы. Да и в чем вообще тут конкурс? Что-то я не поняла. Ладно, раз тебе ничего не нравится, я пошла. Пока. Надеюсь, она не обиделась. Я уверена, с Пинки Пай все будет в порядке. Но у меня тоже больше нет идей. Так что я, пожалуй, пойду. Пока. Пока. Что же мне делать? Флаттершай, не мучайся. У тебя все равно ничего не получится. Что ты такое говоришь, Питя? Да не парься, желтая. Ты клевая. Я прикалываюсь. Все будет ништяк. Питя, да ты же натолкнул меня на отличную мысль. Ребята, а вот что я придумала для конкурса. Минку выиграет тот, кто правильно посчитает, сколько вариантов конкурсов было предложено за всю серию. Кстати, последний, то есть этот, тоже считается. Пишите свои варианты в комментариях. Пожалуйста, пишите только один вариант, только тогда ваш ответ будет считаться. Розыгрыш состоится через неделю с момента выхода этого видео. Результаты конкурса и всех других вы найдете в нашей группе ВКонтакте. Ссылочка есть в описании ко всем видео, так что вступайте в группу. А также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Это нужно делать, чтобы призов и конкурсов было еще больше. Ребята, а пока ждете новое видео, обязательно пишите в комментариях, кто вам больше понравился. Я, Минка или моя подруга? Sunshine Sweetness. И удачи вам в конкурсе! До новых встреч! Пока-пока!